Торжество начались награждения. Чествовали те, кто своим трудом прославляет Меликесский район. За многолетний добросовестный труд наградили юбилейными знаками. К 85-летию Меликесского района выпущена памятная книга. В связи с профессиональным праздником и за достижение высоких показателей благодарности и почетные грамоты. Ежегодно в районе проводятся соревнования между комбайнерами и водителями по перевозке зерна. Победителей и призеров определяют по итогам уборочной кампании. В числе передовиков Евгений Шувалов, комбайнер с 40-летним стажем, почетный житель Меликесского района. Спасибо руководителям, что не ценят нас пока. Ценят за наш такой скромный труд. За 85 лет накопилось много поводов для гордости. И прежде всего, это трудовые подвиги меликесцев. Прежде всего, слова признательности в адрес наших ветеранов. Всех, кто сегодня и вчера трудился и работал на благо процветания Меликесского района, Ульяновской области. И, конечно же, сегодняшнему поколению наших передовиков, которых чествовали сегодня. Это по-настоящему герои, герои нашего времени. Меликесский район всегда по праву считался житницей Ульяновской области. И тому яркое свидетельство знамена разных лет за трудовые достижения меликесцев. Арина Макарова, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитрограда.